Здравствуйте, это программа «Высокая нота». Подошел к завершению городской школьный фестиваль «Весенний звездопад». Все творческие коллективы городских школ приняли в нем самое активное участие. В числе успешных оказалась школа номер 4. В интервью с директором школы Владимиром Георгиевичем Никитиным мы поговорили о секретах высоких результатов и успешности. Я бы здесь сказал, что одним из главных людей в школе является мой заместитель по воспитательной работе. Это Белова Марина Петровна, которая своим талантом, своими организаторскими способностями сумела сплотить педагогов, талантливых педагогов, которые уже много лет работают и с детьми, которые много лет ставят хоровые студии, которые работают над вокалом, которые умеют работать так, чтобы дети замечательно читали стихи, играли в КВН, ну и так далее. А уже здесь, конечно же, зависит еще и от талантов, от интересов, от такого, знаете, разнообразия интересных взглядов самих педагогов. Мне очень хочется назвать руководителей. Это Светлана Михайловна Самихова, это Ирина Владимировна Кочурина, это Ольга Владимировна Страхова и Оксана Валерьевна Матыгулина. То есть те люди, которые сделали в этом году фестиваль «Самоцветы» вот такой яркий, о котором вы только что сказали. Кроме того, что мы видели на сцене, то, что мы показывали здесь на сцене, это еще и прикладное творчество. Поэтому здесь у нас педагоги тоже достаточно успешно выступают на различных выставках. Вы как руководители, как сегодня оцениваете вот эту нашу современную молодежь? Вы знаете, они отзывчивы? Успешные дети – это те, которые заняты. И для того, чтобы вот эту успешность у них поддерживать, конечно же, изначально мы пытаемся, чтобы они как можно больше занимались помимо учебы в школе. Да. В различных мероприятиях, в различных кружках, секциях, студиях, как Дворца культуры, так и дворовых клубов, и всех учреждений, которые есть у нас в городе. Именно постоянная такая занятость, постоянная, так скажем, их потребность в получении какого-то нового знания, развития творчества и спорта, и дает им быть сияющими, а это значит красивыми. На днях в ДК СТЗ состоялась презентация книги местного журналиста, заслуженного работника культуры России Евгения Кожевникова. Автор принимал благодарные комплименты и делился секретами столь популярной книги. Я очень люблю своих современников, с которыми мне довелось жить, вместе работать, вместе радоваться, вместе огорчаться. Вот это главное. Как я сегодня себя чувствую? Я чувствую себя так, как примерно несколько лет назад на сцене нашего Дворца культуры. Всегда в свое время удивлялись и говорили, до какой степени ты как рыба в воде на сцене. Я говорю, вы посмотрите, сядьте на первый, пятый ряд и увидите, как у меня дрожат брюки, дрожат колени. Вот сегодня примерно такое ощущение. Виновник торжества взволнован и смущен. Книга, о которой Евгений Кожевников мечтал годы, наконец-то вышла в свет. В зале поклонники, герои публикации, все те, кто любит творчество Кожевникова, благодарят за воспоминания и яркие истории. Это книга настоящего русского красивого человека. Вот очень, даже странички, смотрите, какие-то бархатные, приятные, теплые очень ощущения. И когда вот сразу открываешь только первую страничку, сразу после предисловия, еще более приятно. Ну, мы тут расплылись вообще всей семьей, и сразу от Сталинграда до Берлина, сразу о моем отце. Но это было просто, ну, до сих пор я вот так вот волнуюсь, это все душещипательно. А вообще с Евгением Михайловичем мы знакомы уже 40 лет, с 1974 года. И вы знаете, вот о том, что беседовал Евгений Михайлович с моим отцом, приходил какой-то молодой журналист, я знаю, было такое. Потом вот это держала в руках номер «Северского рабочего», где был опубликован вот этот очерк о моем отце Николая Павловича Полежаева. Все было так хорошо, напечатана была статья
А вот то, что вот этот молодой журналист был, как конкретно Евгений Михайлович, я узнала буквально тогда, когда готовилась вот эта книга к выпуску, когда разговаривали с Маргаритой Васильевной, с Евгением Михайловичем. И знаете, волнуюсь, все сложила. И больше того, я делаю комплимент Евгению Михайловичу об его внимательности, о его памяти. Книга «Нас много, Родина одна» – это сборник зарисовок, очерков, рассказов и интервью о земляках. Пишет автор захватывающе красиво. У него свой неповторимый стиль, точный и удивительно правдивый взгляд на то, о чем пишет. За свою удивительно богатую историю Евгений Михайлович работал редактором газеты «Северский рабочий», был привязан творчеством к Дворцу культуры, работал в музее школы 18 и много сил отдавал патриотическому воспитанию молодежи. Судьба связывала его с ветеранами, разными людьми, потому и публикации его разноплановы. 6 глав книги содержат очерки, зарисовки, рассказы, интервью. Правда характеров, правда жизни глазами журналиста. Я всегда помнил о том, что у каждого моего героя есть родные, семья, друзья и товарищи. Скажу, что журналиста, как и всякого человека, независимо от профессии и занимаемой должности, характеризует его жизненная позиция. Я писал, не приукрашивая портрет моего современника, и не обходил острых углов. На мой взгляд, та правда жизни, которую требуют от журналистов наши читатели, отличается от истины. Правда у каждого своя, а истина одна, и постижение истины есть постижение окружающего нас мира во всем его многообразии. Евгений Кожевников. С Женей познакомились очень давно, в прошлом веке, и это была действительно гибрида. Заходит молодой человек с сияющими глазами. Как он открыл рот, и мы все замерли. Это же живая энциклопедия. Он столько знает. Я увлекалась историей, литературой, и поэтому споры, разговоры, вечные репетиции, концерты, участвовали в спектаклях. Это было такое интересное время. Я вот не Виктор, мне часто рассказываю о том времени, как мы жили. Как мы интересно жили. Мы не знаем, что такое отгулы. С удивлением узнали. Да, Галина Федоровна, мы приходили к 9, к 10, уходили в 11. 11 минут вечера и вечера. Некоторые сейчас утра дня. Женя мой учитель, мой наставник, мой друг, мой брат. Как он меня гонял по рэпиму. 5 часов он учил меня, он включал Ольгу Высоцкую. Слушай, я ему читаю. Не так. Это длилось 5 часов, я плакала. Я не знала, как читать. Действительно, Родина у нас одна, история у нас на самом деле одна. Но в эту одну общую историю вписывается очень много историй каждого из нас. И Евгений Михайлович рассказал не просто о тех людях, которых я многих знаю. И многие действительно излучают свет. Люди, с кем тепло, легко и с кем можно поделиться самым сокровенным. И здесь, вот если раньше была книга «Жизель», да, цикл книг, да, вот из каждого из людей, о ком здесь написано, о наших земляках действительно можно писать книги. У Константина Паустовского есть такие слова. «Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца. И вот эта любовь, эта память о добрых делах дорога каждому, кто возьмет в руки книгу и прочитает. Поверьте, это стоит того». Все-таки ощущение, конечно, какого-то исполненного долга. Я выполнил здесь свой долг и надеюсь, что я еще его буду погашать дальше. Вам большое спасибо, потому что такое внимание, такая заинтересованность. И я подумал вдруг, что я не одинок. У меня есть замечательные коллеги, те, с которыми мне пришлось общаться, есть вы.
которые заинтересованы в продолжении нашей памяти. Потому что слава – это наша память о предках. И они будут жить до тех пор, пока мы будем их помнить. В канун 9 мая мы встретились с начальником управления культуры Максимом Незлобиным. Он рассказал о том, как проходят праздничные мероприятия, и поделился основными событиями, которыми ознаменован Год культуры. 1-9 мая – это праздник для нас, для всех особенный. Мы очень его ждали. Ваше настроение и оценка происходящего? Ну, хотелось бы всех поздравить с этими праздничными датами. И действительно, как вы говорите, Инна Викторовна, это для нас большой экзамен. Не только для тех, кто принимает участие в организации мероприятия, да, но и для всех жителей. Плюс это еще и перед юбилеем Победы. Да, следующий год мы будем его отмечать. Ну, с каждым годом мы учитываем все минусы предыдущих лет. И совместно с Дворцом культуры сельского трубного завода, да, и готовим это, все эти мероприятия. Вот эти серьезные мероприятия, впереди у нас День города, мы готовимся еще к юбилею, к Дню города. Вот насколько вы сегодня оцениваете творческий потенциал нашего города? Ну, мы как бы его оценивали год назад не очень хорошо, нас, так скажу, даже как-то... с опасностью смотрели в будущее, но опять же Владимир Владимирович Путин, понимая всю, видимо, важность культуры в целом, были майские указы, один из которых говорил о увеличении, ну, то, не скажем, для нас это не увеличение, а доведение заработной платы работников учреждений культуры, задействованных в учреждении культуры людей, работающих, до нормального уровня, потому что наша зарплата до год назад, ну, 8-9 тысяч было. Конечно, нам было тяжело, мы испытывали кадровый голод. Ну, тяжело прожить на эти деньги, еще и заниматься творчеством и, так скажем, показывать. Ну вот, благодаря вот этой дорожной карте, сегодня на уровне городском держится заработная плата, то есть она, ну, получилось, что в несколько раз возросла, но осталась на уровне, на общегородском уровне. То есть она не превышает там какие-то безумные пределы. И вот в связи с этим, как бы благодаря этому у нас появилась возможность пересмотреть некоторые вопросы кадровой политики. То есть у нас появилось 9 новых творческих коллективов в южной части. Это новый, мы пересмотрели свое направление в плане того, что на сегодняшний день востребовано молодежи. Также я смотрю, в Дворец культуры сельского трубного завода тоже активно перестраивается под новое ведение молодежных движений. Да? То есть ну, мы, это важно, да, да. То есть мы оставили все то, что было накоплено предыдущими руководителями, и плюс еще новая форма. То есть мы ничего не разрушили. Мы приросли. Если есть инициативные граждане, все время пытаюсь обратиться, используя любые средства массовой информации. Пожалуйста, мы открыты или к Инне Викторовне, или ко мне там, пожалуйста, мы поддержим и, наверное, воплотим ваши идеи, мечты в жизнь. На этой неделе в культурно-досуговых учреждениях активно проходят отчетные концерты творческих коллективов. И это, понятно, подходит к концу очередной творческий сезон. Так что, уважаемые зрители, ждем вас на наших концертных площадках. Оценивайте, смотрите и получайте истинное удовольствие. Ну а в школах искусств проходят выпускные вечера. Мы обязательно расскажем о том, каковы сегодня выпускники детской музыкальной школы номер 1, школы искусств и о чем они мечтают. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До свидания